к месту, где будет проходить шоу Массимо Дутти. Париж весь прекрасен. И здесь миллион исторических мест. Мы сейчас в Palace de Tokyo. И как говорит Настенька... Настенька должна была мне рассказать историю про это место. Оно просто очень красивое. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим. Здесь очень много инфлюенсеров из разных стран. Тех ребят, которых я просто фоловлю в Инстаграме. И очень круто. Я обожаю эти мероприятия, потому что есть возможность познакомиться со всеми ними. Вот, очень непростая работа блогера, потому что приходится вставать очень рано и готовиться к шоу. За всеми этими картинками стоит очень большая история. Посмотрите, сейчас покажу вам показ. Вот здесь вот такая вот дорожка. Все расселись, и я надеюсь, у нас скоро все начнется. За что я люблю блогеров? За то, что они никогда не пропустят моменты. Посмотрите, практически все, это показ начался, все стоят с камерами, с телефонами. Посмотрите. Это все очень круто, потому что каждый из этих ребят, который сидит рядом со мной, имеет гигантскую аудиторию людей, и они все сейчас, прямо здесь и сейчас делятся этим контентом с мексиканцами, с испанцами, с австралийцами, и весь мир может видеть это здесь и сейчас. Я люблю очень бежевые костюмы, это очень все красиво. И Массимо Дутти, как всегда, в своем стиле. Классическая, очень дорогая, аристократичная коллекция. Обожаю золото, беж, терракотовый цвет, очень все красиво. Очень красивая и вдохновляющая, и музыка была подобрана особенная. Вот такой вот у нас ужин сейчас будет. Будем кушать, общаться, разговаривать. Nate, tell me about the show. So we love the show. It was really nice, very minimal. Bright color. Oh, I love the color. Excited. And the yellow was really nice, really bright. Yeah. I think women's wear was better than men's wear. Yeah. I love the from men's white sweater. The sweater, the pollen was really nice as well. Вот Наталья Османова, очень редко пишут Османова, обычно пишут Осман, но этот раз так. Я вспомнила, что надо снять обед только тогда, когда принесли десерт. Вот нам принесли такие вкусненькие десертики. Я сижу среди замечательных, крутых блогеров испанских. Вот, вот так вот все выглядит. Классно! Классно, что есть возможность путешествовать, классно, что есть возможность знакомиться с разными интересными людьми, у которых большая аудитория, которые делятся своим видением и с миром. Это замечательно. Все очень открытые, добрые. Я всегда буду. Доброе утро всем! Я решила не терять момента и связалась с замечательным фотографом в
Париже. Таких очень много, и русских в том числе. И мы с утра прибежали, конечно же, на Тракадеро, чтобы снять ее красивую. Ближе к башне, вот она находится, прям рядом, вот этот мост. Видите, в любом случае снимают лучше утром, когда все туристы еще спят или мерзнут, или пьют кофе с круассанами. А вон там, напротив, есть мост, он тоже очень узнаваемый. Там снимали фильм «Начало». Вы много писали, что вам понравился влог с Флоренции. Так вот он, этот человек. Продолжение следует. Ко мне в Париж приехала Света. Вы ее помните по Мальдивам, Флоренции. Теперь мы в Париже. Мам, привет. Ну что, ты готова посмотреть то, где мы будем жить? Да? Заходи, да. Париж. Париж. Да, да. Свете. Париж. Конечно, кто на что, кто на сорке, кто на шаре. Это шоколадная Эйфелева башня. Нет. Друг, это реально шоколадная Эйфелева башня. По классике. Смотри, смотри на башня, она будет гореть, и мы будем видеть, как она шайнит. У нас их только три. Да. Этот шоколад. Ну все. С нами Аня была еще. Это магия кино была. Вот, с Аней сейчас будем делать фотографии. Господи, она все ест. Да, можно все есть уже, мы сидим. Мы с Аней сейчас сделаем несколько фотографий. Мы сделаем типичную фотографию в постели двух подружек. Вот мы встали 2 часа назад, и я вот, посмотрите, готова. Это мы так идем на прием на завтрак. Света. Шо? И у нас вечный спор, кто кого ждет. Сегодня жду я. Я настолько готова, что я даже успела включить камеру и думаю, чем бы заняться. В общем, мы идем на завтрак. Сегодня не очень хорошая погода, но у нас это не остановит, потом мы пойдем погулять. Свет, пожалуйста, я завтракать хочу. Лебедочка, пойдем. Не уверена, что у нас получится снять завтра. Скажи, что здесь ошибка в картине. Свет, ну пожалуйста, ну не надо отодрать, блин, мы не расплатимся. Как бы ты назвала эту картину, Свет, не трогай, пожалуйста. Подкат в саду. Готова? Второй раз получится? Ну, мне кажется, это божественный завтрак. Ребятки, а вот семечки ты эти хочешь или эти? Ты не решила. Ой, я творог буду. Все, выключаем и едим. Варенье. Ну, мы решили пройтись. Часу дня, шучу, не к часу дня. Все еще раннее утро, да, прохладненько на самом деле. Ну, Париж — модный город, даже когда тебе в лицо бьет дождь. Мы идем в модный ресторан пообедать. Лу называется, он находится прямо в здании Лувра, на минуточку. И там будет вкусно и красиво, сейчас вам сниму. А вот мы подошли к Лувру. Я на самом деле не снимаю обычно на телефон, обычно снимаю на вот эту камеру, но она села, тадам-тадам, и пришлось поменять гаджет. Выбрал наш меню. Лулу. Мы ждем вот эту курочку. Свет! Открывай.
открываю шампанское на вечер. Горизонт завален, не знаю, но что делать? Друзья, знаете, я не могла уехать из Парижа и не показать вам самое романтичное место в Париже. Вот оно. Шутка! Вот оно. Да, это Эйфелева башня, как вы поняли. И мне кажется, это самое замечательное, что может быть в жизни, это делиться моментами с вашими близкими людьми и просто видеть этот мир в прекрасных ракурсах. Событие, солнце вышло! И Париж прекрасен. Вот оно, в Париже тоже есть солнце, и Париж прекрасен, когда солнце. Всем привет! Последний день в Париже. И совсем скоро мы поедем в заснеженную Москву. А вот Светка меня снимает. Совсем скоро мы поедем в Москву. И вот сегодня воскресенье, и мы решили прогуляться по Елисейским полям. Сейчас вам все сниму и покажу. Мы ждем отчаянно солнца, но оно до сих пор и не приходит. Париж! Елисейские поля! Триумфальная арка! А вон там вот колесо, обозрение, обыкновенное, а за ним Лувр. Экскурсии по Парижу недорого. Расскажу о всех достопримечательностях. Вот. Холодно держать руку, простите. Ну что, я не знаю, что получится, как всегда вам говорю, но если что, подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Лучше не петь. Подписывайтесь и ставьте лайки. Свет, скажи, подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, знаешь, вот если бы я услышала... Обязательно. Нет, если бы я услышала... Вот, вот.